Здравствуйте, и еще одна работа, но для примера, для образца, может быть, кому-нибудь пригодится. Рыбки мы слепили из пластики, сделали плавнички, и наши плавнички тут еще не расправлены. Вот. Это все потом будет доделываться. Сами рыбки будут покрываться блестками. Это микробисер. Водоросли у нас. И рыбки. Тоже работа одной из моих учениц. Ракушки, камушки, еще будем добавлять сюда камушки и покрывать наши рыбки. Все сделано в технике французского плетения листа.